светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей. Пусть озарятся имена павших. Вспомним. Командир разведгруппы. И по найденным трупам, по логическому заключению, они где-то попали часа в 4-5 утра. То есть до часов 11 до 12 над ними просто тупо измывались. Местные показания давали бабушка. Рассказывает, говорит, всю ночь, говорит, двоих мучили наших. Шакал ее. Полторы недели назад 8 наших товарищей попали в плен Национальной гвардии украинским войскам. Мы договаривались с ними обменяться ихних пленных на наших. Но они обещания не сдержали. Они как собак похоронили наших товарищей. И как обычно, скорее всего, оставили здесь мины. Или подарки разные, которые они любят оставлять, чтобы эти вани нельзя было забрать. Они обещали, что они в целости и сохранности. Вот он итог. Уже благодаря местным жителям, что сказали, где-то убили, здесь расстреляли ваших солдат, и приблизительное место указали нам. Произвели поиск, нашли, значит, у одного нашего военнослужащего была отрезана голова. Ну, они издевались. С какого подразделения? С минометчиков. 5 человек было в общей яме. 1 человек обнаружили его случайно, потому что мы заходили вон на территорию с этой стороны, когда вот искали. А машины, видишь, вот где стоят. Мы пошли вот повтор вчера и привозили людей, ну, медицинских, чтобы разобрались. Там лежал еще один труп. Значит, нога, выстрел в голову, в затылок, связанные руки за спину, то есть его поставили на колени, выстрелили и даже не повредили. Зверство, что я еще могу сказать? Это, в принципе, я так понимаю, что это все, что делает у нас украинская армия под защиты мирного населения. Плохим здоровья от сердца, от чистой души. Я желаю им здоровья. А Всевышний разберется, какое здоровье им дать.